Люди, погода сердца стучатся, помните, какую ценой свое на счастье. Пожалуйста, помните, подождите, пожалуйста, я не закончу. Лихонова Ирина Федоровна решила постановление судей Щербинского районного суда вот 22 по обращению в отношении Трифонова Ирины Федоровны оставить без изменения жалобу Трифонова без удовлетворения. Копию решения сможете получить в районном суде и обжаловать во второй кассационный суд общей юрисдикции. Сегодня я смогла прочитать маленький кусочек того, что читала на Манежной площади. Два маленьких кусочка из этого же реквиума, который прочитал Олег Кречетов, который тоже был задержан 1 июня, который вышел с такими же стихами. И сегодня я смогла прочитать стихотворение о репрессиях, которые нас, наверное, ждут впоследствии. Люди, покуда сердца стучатся, помните, какой ценой завоевано счастье. Пожалуйста, помните. Ну и самые последние строчки из этого реквиума. Встречайте трепетную весну, люди с земли. Убейте войну, прокляните войну, люди с земли. Мечту пронесите через года и жизнью наполните. Ну а тех, кто уже не придет никогда, заклинаю, помните. Сколько обошлось вам чтение этих стихов на Манежке? Эти я стихи не успела прочесть, я успела только 4 строчки прочесть. И за 4 строчки я получила 20 тысяч за память, за чувства и за ту боль. Практически перечеркнули все детство, всю юность тому, чему нас воспитывали. В первом классе мы еще в конце букваря писали «Миру мир, дай Бог мир всем на всей планете, большой земли».